Прогноз геологов Мирнинской экспедиции таков. 10 лет дополнительной жизни руднику обеспечено. Завершаются работы по бурению вертикального ствола скважин на рубке «Интернациональная». Они проводились с целью уточнения строения глубинных горизонтов и были необходимы для дальнейшего проектирования эксплуатационных работ на руднике. О результатах расскажет Тамара Бессмертная. Доразведка глубоких горизонтов трубки «Интернациональная» дает ответ, есть ли будущее у рудника и сколько лет он сможет работать, выдавая кондиционную руду. Конечная глубина проекта 1700 метров. Бурение вертикального гидрогеологического ствола ведет восточно-буровая компания, которая находится на подряде у Мирнинской экспедиции. Все те цели, которые были обозначены в техническом задании, восточно-буровая компания выполнила, и, в общем, осталось небольшой отрезок времени, чтобы завершить и окончательно выдать результаты. Скважины такого вида восточно-буровая компания раньше не производила. При бурении этой скважины впервые на алмазных месторождениях были применены сразу две технологии – нефтяная, бескерновая и обычная для твердых полезных ископаемых. В дальнейшем этот опыт используют при разведке глубоких горизонтов трубки «Юбилейная», а в 2020-2021 году трубки «Мир». Разведочные работы по бурению трех наклонно направленных вееров с подсечением рудного тела на горизонтах минус 1050, это глубина 1450, 1550 и 1700 завершены. Получили мы хорошие результаты, пробы керновые обработаны, запасы подсчитали. Бурение завершится в конце декабря. Счет идет на дни. Наибольшей ценностью обладает информация по гидрогеологическим и газовым условиям ниже глубины 1450 метров от поверхности Земли. В первом квартале 2017 года геологи получат протокол с утвержденными запасами по трубке «Интернациональная». Так что «Алросу» ждет своеобразный новогодний подарок. Уже к январю 2017 года здесь не будет ни этой буровой, ни этого громадного шатра, ни этих ребят, на куртках которых написано «Восточно-буровая компания». Тамара Бессмертная, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».